О, великий белый маг, дай нам свое напутствие. Белый маг. Все Средиземье склонится пред Сауроном. А, ну, это не нам напутствие. Ну, ладно, сойдет. Итак, всем трем. И доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий и Ленивый Я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуем, тебе не сложно, а мне и приятно, и поддержка. Так, собственно, у нас есть Лурц, у нас есть Саруман. У Лурца есть отряд 7-го, или какого-то у нас 7-го левела, который надо срочно перевести в 9-й. Так что воюем все еще за него. Да, воюем все еще за него. И Чернолесье. 3 силы, 20% ресурсов. Да, это означает, что там будет жопа. Жопа. Причем полная. О, как! А что-нибудь сказать? Разбейте лагерь! Пусть наше войско растет! Кто наступает? А, так, минуточку. Одну минуту. Башни они еще строить не будут. Потому как не могу. Не мог. Иди сюда. И отсюда. Сейчас не умрет. Стреляем, стреляем. Давайте, ребят, набивайте свой дополнительный уровень. Это надо. Чего не поделаешь. Кто посмел? Как не стыдно. Нападать на наш лагерь. Зачем так делать? Все, ребята, сдулись. Нету. Как там, трое сбоку ваших нет? Как-то так в республике шкит общались. Айда, подъем. Обратите внимание, что я сейчас могу их здесь запереть банально. Мы отведаем человечины. Можно сделать такой небольшой финт ушами. В том плане, что дать им немножко времени. Это такое, знаете, легкое усложнение для меня лично. А в чем суть усложнения? Суть усложнения в том, что ты не выпускаешь их из замка, и они автоматически как бы, ну, не делают, а они не делают войска, соответственно, потому что они сидят в замке, ничего не могут. Пока ты тут стоишь, у них копятся деньги. Эти деньги, они потом начнут отстраиваться потихоньку. Потому что если так не делать, если так сделать, то они вполне себе нормально могут развиться, теоретически. А могут и не развиться. Серьезно? Как не стоит на нас нападать? Я вижу тебя. Кто встанет у вас на пути. И продолжаем. Какие мечи, блин, а? Сейчас ты умрешь. Да, все-таки развесить. Ребят, остановитесь немножко, а то у вас что-то совсем... У вас все совсем плохо. Все. Так, давайте уже сюда. Скорешечку. Ну, раз пошла такая пьянка. Огонь, огонь. Продолжаем, продолжаем, не останавливаемся. Скорее. Я никто не слышал. Давай, Лурц. Да ты что? Серьезно? Какой кошмар. Беспредельщики. Вот так вот взять и атаковать наш лагерь. Но, учитывая, как они подходят откуда-то сверху, я делаю очень приятный для меня лично вывод.
что они где-то раск... Ага, и у них есть выход. Они таки построили. Судя по всему, где-то они построили дополнительный выход. А может и нет. Да что-то, правда? И как? И как процесс разрушения проходит? Успешно, не очень? Ладно, это мы трогать не будем. Ибо нафиг оно надо. Пока что. Это точно. Саруман будет доволен. Да кто там никак успокоиться не может, блин. Смотри, почти башню доломали, а? Прям прут и прут. И прут, и прут. Будете делать, что я скажу. Вперед! Скорее! Где? А, вон лучше. Да, вижу. Я все просто пытаюсь отвести их немножко. Блин, а сейчас тут наверняка кто-нибудь... Стоп, постоять немножко. Стоим. Да может восстановится в конце-то концов. Да хорош, ну сколько можно? А, все-таки сломали, да? Ну, эльфы, а. Как успокоиться не могут, блин. А, вот так, да? Ребят, объясните этому человеку, что он... Точнее, ушастику, что он категорически не прав. А то что-то он сам никак не успокоится. Вот так. Ну вот отлично. Можно, можете возвращаться. Око Саурона следит за вами. Та-да-там. Та-да-там. Опа. Я вижу тебя. Убейте всех. Давайте, давайте. Убираем опыт. Красота. Просто красота. Пошли. Опять? Сколько можно? Сейчас вы куда лезете? Фу. Так ведь и потерять можно всех. А ну давайте восстанавливать. Черт знает что. Серьезно? Так, значит, да? Ну вперед, что? Прокатитесь. Быстренько сгоняйте туда. Так, чисто пообщаться. А, ребят, тут развлекаются вырубкой по полной программе. Что такое? В смысле, призвали, что ли, кого-то? Если на этой башне не достанет или нет? Не достает. Так, ручки глянем. Да, ты смотри, какая красота. Здорово. Мужики, ну отстаньте, я занят. Не знаю, в чем дело, но варги прям очень сильно, скажем так, очень сильно плохи. Не-не, давай. Ого. А чё так недалеко пробежал? Огонь, огонь, огонь. Вау. Чё-то они тут так разбушевались с этими своими дополняшками. Блин, это плохо на самом-то деле.
Плохо именно в каком смысле, что... Извините, ребята. Но мне ради этих ребят, ради вот этих моих вообще ничего не жалко. А вы куда? Мужики, я тут. Стойте. Подождите. Да ну... Ребят, куда вы? Да ну вас. Идиот. Ну и хер с вами. Ну и дураки. Сейчас мы тут все сломаем, во-первых. Чёртовы ловушки. Да-да-да-да-да. Давай-давай, работай. О, вот это плохо. Это прям совсем нехорошо. Подох, кто теперь за главного? Чувак, давай это. Нет. Вот так вот как-то сделай. А что делать вам, ребят? Блин, я даже не знаю. Вас надо как-то увести отсюда. Так, вперед. Мы тут сейчас все доломаем. А вы откуда взялись? Это проблема. Так, давайте добьем эти башни. Так, раз. Хорошо, что он есть, у нас этот великолепный Баларок, которого можно вызвать в случае чего. И это мы тоже ломаем. Чё так долго? Окей, с этим разобрались. А тут фермы нет, кстати? Должна быть ферма. Неужели нет? Странно. Ах, чуть-чуть не все деревья зацепил. А, вот она. Нифига себе. Каком лагере? Чё ты выдумываешь? Опять что ли? Враг уже надоел, честно говоря. Я вижу.
Давайте, давайте, справляемся, справляемся. Быстрее немножко. Ну вы что делаете-то, алё? Огонь! Что с вами не так, блин? Огонь! Враг уже в лагере! Враг уже близко! Это реально раздражает. Еще стрелы! Быстро! Пригоните! Отходим! Ох, лорд, здесь. Да не. Разбейтесь уже с ними. Доели, блин. Любители разрушать чужие лагеря. Так. Что мы делаем? Что мы делаем? Мы берем раз, два, три, четыре. Отправляем их вот сюда. Зачем мы это делаем? О, брат. А вот это совсем нехорошо. Мы готовы к бою. Боже, я чую врага. Чуешь? Хорошо, что ты чуешь. Так. Иди нахрен. Еще стрелы! Быстро! Стреляйте! Убивайте всех! Эй! Стреляйте по ним! Слушай меня! Стреляйте по ним! Стреляйте! Стреляйте! Стреляйте по ним! Дерьма куски! Сволота такая. Чуть не сдули. Держите оружие наготове. Да уж. Ладно, айда вперед. Пора тут все захватывать нахрен. Доили уже. А, извините. Давайте вперед. С этим разобрались. Чтоб ничего тут нафиг не мешало. Пристали, а? И обрати внимание, со всех сторон ведь прут твари. Достаешь? Нет, не достаешь. Ну и все. Так, с этим разобрались. Да уж, тяжеловато, конечно, тут будет. Да убьем, убьем, успокойся. Убейте, убейте. Чё пристал? В чем проблема? Вот если бы тут по центру была, блин, нормальная какая-нибудь база. Среднячок, так сказать. Не сильно замороченный. Но такого нет, к сожалению.
Так, вперед. Мужики, а чего вы не восстанавливаетесь, я понять не могу. Ну отойдите сюда, я... Чё, куда вас отвезти, блин, чтобы вы восстановились спокойно? Чё там опять? Кто на кого напал? Опять, блин, толпа лучников, надоели уже. На самом деле можно было бы их банально тупо тут заблочить. Вообще не париться по этому поводу. Как вариант, кстати. Дайте-ка пробегитесь тут. Да блин. Ну? Вот. Другое дело. Короче, надо взламывать тот кусок просто-напросто. И, соответственно, уже действовать. Никто не выстоит против нас. Что эту захватим? Так, троечка. Вперед. Варги. Варги, да. Варги наверняка проголодались. Убери тихо. Ну-ка, огонь. Обратите внимание, что они упрямо не строят, скажем так, того, что нужно. Башни. Где башня-то? Почему? Вот пристали, а? Никак успокоиться не могут. Господа эльфа четвертого, аж целого четвертого уровня. Это мощно. При всем моем уважении к вам, против пикинеров вы говно. Будь вас чуть-чуть побольше, ну то да, это было бы проблемой. А так, это ни о чем. Никто не выстоит против нас. Нас атакуют! Подай оружие! Вот так вот, разорвать их всех нахрен. Да, давайте, давайте. Что такое? А что, ой, а что случилось? Таки вы все померли. Какая прелесть. Как неожиданно. Будет, будет. Где? Ах вы мрази. Да? А как вам такой вариант, ребят? Вот такой вот. Да, вы, конечно, разрушите эту штуку. Опа! И вы все что-то как-то разлетелись. А плохих детишек мы порим. Пошел. Так, две точки убрали. Что-то они тут со своей зеленью.
Черт знает, черт. Так, кстати, мы убрали? Нет. Мы еще всех не убрали. Окей. А где кто еще остался? Кого забыли? Тут еще где может быть? Что за бред? Успеет добежать? Вряд ли, конечно. Ну, было бы прикольно. Никто не выстоит. Так, прежде когда меня так грубо прервали, я хотел сделать одну веселую штуку. А именно подорвать тут все нахрен. Да, пожалуй, вот так. Пяти хватит. Вот этот вот угол чисто взорвать на чертовы бабушки. Париться. Че, не добежал? Эх, не добежал. Ну ладно. Нет, а серьезно, а где еще эльфы-то остались? Я вроде все здесь обошел. Ну то есть серьезно, а где они еще могут быть? Вот тут? Давайте сюда пробежимся. Ну-ка, пробегитесь. Вы тоже. Тут все благополучно заблокировано. Намертво, наглухо, к чертовой бабушке. Вот так. Блин, приехали. Блин, где еще эльфы-то могут быть? Он еще стил владеющий. Ну а где? Ну блин, вот серьезно вот такой. Где они могут быть? Давайте. Это и надо побыстрее. Давайте еще разок пройдемся по всем, так сказать, местам боевой славы. Тут даже выхода дополнительного нет, а на этой базе. Сейчас единственная надежда, что они денег поднакопят и начнут строить башни. Так, это кто? А, это бомба. Давайте вот так по диагонали пустим. Пусть пройдутся. Здесь я прошел. Тут я всех поуничтожал. Здесь бы, да, здесь тоже. Проблема. It's a trouble. Текс. Беда, беда. То есть, давайте вы отойдете вот сюда и восстановитесь. А это пусть дальше тут стоит, контролирует. Ну здесь-то вы будете восстанавливаться, нет? Еще раз подать? Все, нормально. Пошел процесс. Все хорошо. Блин, давайте вот так пусть проедут, я не знаю, блин. А этих, блин, сюда пустить. Неужели будет опять очередная просто победа? Это точно. Жахнет так жахнет, это я гарантирую. Давай. Я же 5 штук вам заказывал, да? Вот, вдоль этого борта сейчас. Все пети поставим. Так, ага, эти установились, хорошо. Ты все-таки бездарь, а? Огонь. Мне еще половину уровня надо накачать. Они фигни маются. Ну что ты, что за хрень? Нельзя же так. Стреляемся. А главное, не понятно, почему они так упрямо клепают крестьян на стены. Что это? Вот, что это? Это сбой, как говорится, в работе искусственного интеллекта? Или как? Вот, что это вообще такое? Давайте сюда поставим. Так, знаете что, давайте я тогда сейчас прервусь опять же в записи, потому что что-то это дело затянется, я чувствую. Весь процесс. Опа! Где?
Ой-ой-ой. Слушай меня. Печаль, беда. Ну, сломать-то они сломают, да, это не проблема. Куку? Да, ребят. Так, да, все, давайте перерыв пока в записи. Пока идет прокачка. Решила я сделать такую простую вещь. Вот такую вот. Упс. И сломать нахрен эту штуку. Вот это вот. Давайте, давайте. Да-да. Прикончите. Давайте, давайте, ребят. Стреляйте, палите, уничтожайте этих засранцев всеми силами. Дело даже не в этом. Главное разобраться с лучниками. Главное разобраться с лучниками. А дальше трава не расти. Спасайте. Спасайте свои шкуры как можно быстрее. Они умрут. Будете делать, что я скажу. Бежим! Успокойся. Скотина. Давайте, валите их всех нахрен. Давайте восстанавливайтесь чуть. Да ты что, какой-то молодец. Ну, ребят, ну восстанавливаемся. Ну что, как медленно каждый раз. Вот так, всю зелень нахрен. К чертовой бабушке отсюда. Ничего не могу. Тут вот стойте, по крайней мере, так вы точно не уйдете никуда. Давай, давай, восстанавливайся, восстанавливайся. Враги, враги наступают. Ну как же без этого? Беда. Сломают, сволочи. Ну это ладно, это фигня. Так, ворота уже восстановили, да? Это хорошо. Не останавливаться! Скорее!
не тормозить и не тупить. Главное, чтобы они тут... Ага. А вот теперь, ребята, вы не справитесь. Вижу тебя. Потому что лучников больше нет. А без лучников вы говно. А вы куда все? Я здесь. Огонь, огонь. Мы отведаем человечины. Опа, чутка усилить. Ну ладно, давайте пока опять перерыв в записи. Как только 9 уровень получу, продолжим, так сказать, безумство и бесчинство. Пока перекур. Ну, я вам скажу, это было долго. Мягко говоря. Ну да ладно. Взлет. Ай да, Балрожек. Дыхни. Нет. На эти здания так, к сожалению, не работает. А, кстати, ворота... А, он умеет ломать стены? Нифига себе. Какая прелесть. Ребята получили, кстати, свой 9-й левел. А, топать туда. Все равно не успеешь. Тут у нас, значит, сидят в засаде копейщики. Постоянно появляется ваташка, так сказать, садников и лучников. Появляются они одновременно. К слову сказать, что уже прогресс для компьютера. Хоть что-то он делает правильно, блин. Но все это уже фигня. По большому счету. Армию я восстановил. То есть еще один уровень. И армия Лурца будет полностью укомплектована. Так сказать, по самой не балуйся. Все хорошо у орков. Один минус. Большинство войск буквально расходники. Ну, то есть варги, например, вот даже на 10 уровне, да, разлетаются от эльфов в ближнем бою просто на раз-два разлетаются. Очень быстро, очень легко. Это кошмар. Ну, это реально кошмар. Казалось бы, 10 уровень против первоуровневых разваливаются на раз-два. Ну, что это за бред? А нет. Бред имеет право на существование. Давайте что. Вперед. В кои-то веки ребята восстановились наконец-то. Единственное, так более или менее... Ну не то чтобы имба, но, скажем так, очень хорошие солдаты. Это вот копья. Пикинер. Потому что, во-первых... Во-первых, очень хорошо стоят против любых всадников. Ну правда, в формации еж. Это надо иметь в виду. То есть вот это... Во время, так сказать, стояния ежиком их сбить нельзя с точки. Это круто. Все остальные у орков это реально расходники. Тролли – расходники, их очень быстро убивают лучники. Слоны – расходники, их точно так же быстро убивают лучники. Катапульты – это как бы специфическое оружие. Немножко не так работает. Ну что еще? Кто там? Пехота? Ну, я уже сказал... Арбалетчики с лучниками, это вообще ни о чем. Арбалетчики еще более или менее, благодаря тому, что у них есть вот этот вот апгрейд на доспехи, что делает их несколько крепче, скажем так, чем остальные. Но в общем-то, и на этом все, так сказать. Это единственное, что хоть как-то их выделяет. О, так, стоп, подожди. Венька, ой. Человечины.
Ах, вы ж, блядь, такие. Вы обратите... Я вот что обратил внимание, что эльфы как только появляются, да? Они тут же получают этот апгрейд на огненные стрелы. Разом. Как только появляются. Ай да, доломаем эту штуку. Все, хватит уже. Фигню страдать. С этим давай так. Вот так вот гады под конец взяли и обманули. Появились не там, где обычно. И сломали. Точно. Мы просто взяли и разрушили их лагерь. Воины Саурона сосут. Воины Сарумана побеждают. Воины Саурона — это хавно. Это реально, вот мордорские орки — это прямо, это расходник. Ну, я-то, кстати, эльфов всех и не уничтожил. Черт его знает, где там заныкался последний отряд? Не знаю, вообще, в топку. Избегал всю карту туда-сюда. Что-то явно не то. Ах, красота, последний, 9-й уровень. Ну, да, еще один мордобойчик. Вот у Сарумана, к сожалению, там, по-моему, не все прокачаны. Но у Сарумана, по-моему, стрелки прокачаны. У него там, кто не прокачан, так это... Эти, как их? Варги. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот еще один уровень, допустим, сожрет Лурц. Еще как минимум уровня два надо. И два уровня на поугарать. Троллями там, да слонами побегать. Ну да, как-то так. А пока что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делитесь эти видео в соцсетях, друзьям о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист, на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде. Добивание Средиземья. Все уж тут конкретное окружение. Тут уже ничего не сделаешь. Тут кружили, тут окружили, замкнули. Вот здесь еще есть типа выход, но здесь тоже как бы... вражеские земли. Так что все. Средиземью хана. Средиземье не должно погибнуть. Средиземье уже погибло. Все. Всем счастливо.